И знаете, какой самый легкий способ перейти туда, в сознание Золотого Царства? Ну, он как бы легкий, но мозги все равно не дадут. Все, что не происходит в жизни, ты говоришь, слава, что это произошло. Понимаешь? Женился, слава, что женился. Развелся, слава, что развелся. Понимаешь? Заработал $100. Ну, 100 миллионов, допустим, рублей. Обрадовался. Украли у тебя 100 миллионов. Слава, что украли. И вот когда у тебя вот такой подход выработается, ты сразу... Потому что ты ни к чему не привязываешься, да? Ты понимаешь, что мир — это декорация. Те в кинотеатре сидят и вот втыкают, смотрят. Никто не бросается на экран. А по жизни мы постоянно бросаемся. О, красивая женщина! И сразу ты думаешь, что она твоя. А на самом деле это все экран. Ничего твоего в этом мире нет. Чувствуете тему, да? Что мы привыкли, о, деньги мои, женщина моя, дом мой.